Друзья, всем привет! Записываю вам небольшое обращение. В общем, все вы, наверное, в курсе насчет того, что монетизацию в России отключили. Это значит то, что мы перестали зарабатывать. 70% наших зрителей именно с России. Каналы, которые раскручены, они, я думаю, что на ногах выстоят, потому что у них, получается, есть спонсоры, есть люди, которые постоянно им присылают донаты, ну и есть рекламодатели, которые напрямую покупают рекламу. В нашем же случае у нас доход только с монетизации шел. Отвечаю вам на вопрос, остаемся ли мы на YouTube, либо уходим с YouTube вообще. Работать за бесплатно мне не привыкать. Я 7 месяцев работал на YouTube и не получал вообще ничего. Так что я вообще, в принципе, YouTube запустил, потому что мне это нравится. Мне нравится вот снимать, монтировать и передать вам частичку нашей жизни и красоту нашей природы в нашей деревне. Вот. И получать какую-то отдачу от вас. То есть только ради этого я канал запустил. Ну а потом, когда уже стал зарабатывать с него, я понял, что ну, когда ты занимаешься любимым делом, тебе еще это и доход приносит, это вообще замечательно. Но видео я буду продолжать выпускать на YouTube. То есть видео как выходили, так и будут выходить. Просто единственное, что новое видео выйдет где-то в течение 2-3 дней. Пока YouTube не заблокировали окончательно в России, я надеюсь, этого не произойдет, я буду выпускать на YouTube видео так же, как и выпускал. В принципе, ничего не поменялось в этом плане. Единственное, что если вдруг YouTube все-таки заблокирует в России, резервный канал все-таки должен быть. Поэтому в описании к этому ролику я оставил ссылку на канал на Яндекс.Дзене. Я создал канал и загружаю туда ролики с самого начала, которые были на YouTube. Вот. Обязательно переходите, подписывайтесь, чтобы, если вдруг что, вы нас не потеряли. Вот. Хочу поздравить женскую половину нашего канала с праздником, с 8 марта. Желаю вам любви, здоровья, мира над головой, и чтобы все то, что вы задумали, осуществлялось. Всех с праздником! Переходите обязательно в описание, подписывайтесь ВКонтакте, Телеграм-канал есть, Инстаграм, ТикТок даже у нас есть, все это есть в описании. И обязательно подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Если что, то вы найдете нас там. Вот. Ролики на YouTube будут выходить, так или иначе, раз в неделю точно будут выходить. Так что YouTube я не забрасываю, наоборот, я хочу его развивать дальше. На этом я с вами прощаюсь. Скоро увидимся, друзья. Всем пока.